10 лет прошло со времени самого масштабного наводнения в Хабаровске. Сегодня 2013 год вспоминается в связи с ситуацией в Приморье. Хабаровский край в полной мере понимает, насколько сейчас наши соседи нуждаются в помощи. Ущерб от паводка составляет около 10 миллиардов рублей. Волонтерам общероссийского движения «Мы вместе» в отправке гуманитарного груза помог мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Я вспоминаю наш 2013 год, когда город Хабаровск, Хабаровский край оказался вот в такой же ситуации, вот один в один. Тогда все объединились, вот все, даже дети. Сегодня наши соседи пострадали, мы тоже, мы единая семья, мы дальневосточники и должны помогать друг другу. И сегодня вот 1 тонна 300 килограмм уйдет нашей помощи жителям Приморского края. Склады гуманитарной помощи работают круглый год. Там аккумулируется и сортируется все, что приносят люди. Когда случается беда и приходит запрос, в кратчайшие сроки формируется и отправляется груз. Важно прислать именно то, что требуется в данный момент. Здесь очень важный момент, да, фраза «не причинить добро». Это вот ты, бывает, отправляешь то, что сегодня не требуется. И тогда люди берутся за голову, задаваясь вопросом, что с этим делать. Перед тем, как отправить, мы непосредственно связываемся также с руководителем регионального штаба Приморского края, спрашиваем, что сегодня необходимо. Это сегодня обувь, это сегодня постельные принадлежности, это сегодня средства гигиены как для детей, так и для взрослых. Во Владивосток отправлены 1300 килограммов гуманитарной помощи из Хабаровска. Чуть позже с этого же склада отгрузят помощь и для подшефного в ДНР города Дебальцево. Виктория Зыкова, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск.